пусто. Что это? Старая опись. Много сокровищ. Вор. Ничего. Куда все делось? Капитан Эвери. Паршиво он выглядит. Кое-что нашел. Удивительно, как она уцелела. Нейт, иди сюда. Крутой прикид. Вроде даже форма. Ты был здесь охранником, да? Молодец. Ничего. Привет. Еще одна. И это все было на полках? Посмотри. Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. Короче... Мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли?
Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери. Тил. Основатели Либерталии. И везде написано «вор». Ни тиран, ни убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта? Ха, вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? У меня идея. Можешь мне помочь? Ну да. Я тут кое-что нашел. Так, готов? Так, шаг первый, второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты удивлен? Имей комплимент. Спасибо. Вот так. Роскошно выглядит. Давай залезем. А если прыгнуть на другую? Прости, Кондон. Болдрин. Что? Ты наступил на Болдрин. О, и правда. Ну, пошли наверх.
видишь башню? Конечно. Эй, Сэм! Да! Так, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Конечно. Ну, готов? Готов. Сейчас. Давай. Что-то нашел. Поберегись! И... Идем! О, вот это воронье гнездо! Вон там, на том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Давай! 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 Дав
Надин, рад тебя видеть. А, все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Твою мать. Пошел! Шустрая, но недостаточно. Да, оставь ее. Надо выбираться, пока они... Черт. Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал.
Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно! Ты уже победил, расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты! Мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив. И даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя! Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь нет, ошибку! Стой, послушай! О, Господи! Нейт! Эй! Нейт! Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Ну и домище. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И устроим себе экскурсию. А тут есть сигналка? Я сказал, поищем вход, а не разобьем окно.
прикольная дорожка. Погонять бы тут на скейте. Да. Как думаешь, сколько стоит такой особняк? Ответ на этот вопрос тебе отвечает. Пытка не пытка. Ладно, давай с той стороны зайдем. Не запрыгну. Так, иди за мной. Давай, Нейт. Да. Держи. У меня два. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Что надо. Спускаемся. И как нам их найти? Мамины тетради? А ты не помнишь? У нее не все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. Это ж как иголка в стоге сена. Белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет, это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше.
Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Ха, разумеется. Да? Да. Никак! Ну-ка, давай вместе. Готов? Ай! Ай! А это что? Ого, это саркофаги какие-то. Ага, посмотри, да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм, настоящие. Что это за место? Ну, надо узнать. Хм, а это древнеримский. Третий, может, четвертый век. Хм. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работа этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похоронены вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Да, тут прямо как в музее. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. Сосуды для органов. Клёво. Вот еще один. Не-а. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Я всегда был остряком. Всегда. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клёво. Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Эту я уже читал. Да? И как, интересная? Вообще-то суперская. Она про первую женщину-европейку, побывавшую в Лхасе. Куда поедем? А?
Но куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну. А ну-ка. Иди. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Еще разок. Англия. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Ладно, последний раз. Бразилия. Вот это другое дело. В тропических лесах полно неизученных уголков. И неизученных племен с отравленными дротиками. Да, и это тоже. Эй, смотри! Жарко в нем. Тотемы плодородия. Эй, ты не слишком ли юн, чтобы на такое смотреть? А ты не слишком ли стар для таких шуток? Возраст не помеха. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Ха, наверное, очень круто. Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Ха, да любая будет получше. Класс! Тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. Кремниевые ружья? Интересно, они еще стреляют? Ого, Лоуренс Аравийский. Рыцарский доспех. Французский вроде. Может, не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Хотя да, зачем меня слушать? Гонг с драконом. Откуда ты из Юго-Восточной Азии? Круто. Одна в походе. Ты посмотри. Компас. Гномон.
Только представь, ты один посреди моря. И эти инструменты — все, что отделяет тебя от гибели. Эй, тут у них твоя любимая книга. Правда? Какая? Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных знаменитыми пиратами. Ха, скорее уж, всеобщая выдуманная история. Даже автор не настоящий. Настоящий или нет, но похоже на первое издание. Ты серьезно? Вот так дом, ну и ну. Ха, хочешь ее забрать? Не, она рассыпется в прах у меня в рюкзаке. Ха, отлично. Так хоть повеселее. С каких это пор ты любишь классику? Извините, я человек разносторонний. Это письмо? Обрывок. Кто-то хотел все это купить, а они отказали. Японский. Да, а герб-то узнал? Листья Алтея. Это... Сейчас, не говори. Клан Токугава. Да, молодец. Ладно, мне кажется, маминых дневников тут нет. Пойдем-ка глянем, что там наверху. Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Эй, вентиляция! Смотри! Точно! Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. Смотри. Готов? Опа. Полароид. Дай-ка сюда. Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку.
Не теряй. Ладно, полезли. Только не грохнись. О, нет! Вот. Так, я залез. Можешь дверь открыть? Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может, там есть ключ? Кодеин. Куча таблеток. Нашел. Ну, что там? Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Ого. Море дневников. Ну, поищем. Нет.
Ого. Сэм. Нашел что-нибудь? Вот они. Райские богатства? Генри Эвери. Захват Ганки Савая. О. Что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Прости, Нейт. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, но вам надо портить жизнь двум пацанам. Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Ха, нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе.
От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами выйти. Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Вам плохо? Господи. Нет, 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 нет. Эй! 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 Сэм? Мэм? О, это черт! Полиция. Кто у вас? Все, надо валим. Что-то сделать! Да, надо ноги уносить! Нельзя ее так бросать! Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней! Мэм? Нейт! Надо бежать! Быстро! О, черт! Окно! Окно, быстро! Ты пойдешь наверх. Ты со мной. Подожди. Держишься?